75 лет назад окончилась Вторая мировая война. И мы будем сегодня говорить о документах, архивах, материалах, которые есть сегодня в распоряжении историков. И самое интересное, о тех вещах, которые сейчас открываются, рассекречиваются, передаются. Мы опубликовали служебный дневник руководителя СС Гайнриха Гиммлера от 1943 до 1945 года. Были моменты неправильного отношения военнослужащих к местному населению. Их никто не замалчивал. Дневник стал одной из форм самосохранения для жителей осажденного города. Мы получили в течение, там, не знаю, месяца больше писем, чем их получал Горбачев. Значит, 400 тысяч, это был же еще Советский Союз, ведь угоняли со всех советских территорий. Программа «Наблюдатель». Новый сезон. 3 сентября. На телеканале «Культура».